Рыбка еще все-таки, наверное, в коматозе. Сейчас пойду туда дальше, пройду. Обычно в это время, когда уровень воды такой, уже начинаются поклевки. Мелкие окуньки, пескарики. Тут что-то никто не хочет. Иногда даже ельчишки проскакивают. Сегодня ветер такой северный. Солнышко вроде светит. Утром минус 3 было. Вчера минус 10. Позавчера тоже минус 10. Ну, должна уже рыбка оживать-то. Должна. Желательно бы, конечно, обмельчиться, но здесь обмельчаться без толку. Она будет поверху проносить таким течением и все. А в средних слоях, даже здесь рыба и стоит какая, в средних слоях и верхних ее сейчас нет. Даже если какая есть, вся ко дну стоит, прижавшись. Водичка упала. Здорово упала. Просветлело. Ну что-то рыбка, наверное, не заходит еще или не знаю. Сейчас ниже там посмотрим. Так, а что такое, поклевка была, что ли? Ага, поклевка. Зацепик это был. Ладно, еще разок закину здесь. А потом уже туда приду, там будем играть с мормышками, с насадками, с проводками. Ничего себе, водичка-то у нас тут как упала. Закинуть некуда. Ну, где щуканы и караси? Здесь хорошо, ветра нету так. Солнышко пригревает. Сейчас видел, то ли уклеечки какие-то прошмыгнули, то ли что-то такое. Ну что-то вообще малюсенькие. Значит, какая-то рыбка начинает тут в речке шебуршаться. Что, попробуем здесь. Может, здесь кто живой есть. Может, нет никого. Поклевка, поклевка, поклевка. Оба-на! Ну что, друзья, я открылся. Круть. Это круто. Я открылся крупняком. Ну что? Вот так выглядит первая рыбка сезона. Вот такой кушарик. Бледненький еще. О, беги. О, удрал. А может, там еще кто-нибудь есть? Хомуточки. Что, попробуем здесь. Может, у нас здесь кто-нибудь есть? Где рыб? Что, на одинокую, на всю речку? Кто-то стукнул. Ах ты. Значит, кто-то есть в речке живой. Конечно. Нет.
Сцепился. Не живая рыбка еще, вот один окунек какой-то. Так, ладно, пойду дальше пройду. О, утки летают. Мутная вода еще в реке вон какая. Вот здесь вроде посветлее маленькая. Сюда бы сейчас любителей сверхтонких лесок, которые там 0-0-0 повдоль. Сколько бы они тут мормышек оставили. Вот. Ну что, жизнь помаленьку вроде налаживается. Все-таки открылся. Поймал одного кунька, правда, только всего. Уже час хожу. Уже чего только не перепробовал. Все без толку. Ничего, вообще тишина. Ну не знаю. Хоть с другой стороны, хоть немножко речка начинает оживать. Видел там какие-то ли уклеечки, только кто там плавал маленькие. Ну, думаю, сейчас еще немножко, буквально там недельку, может быть две. И можно уже выходить на такую полноценную нормальную рыбалку. Но тем не менее, открытие состоялось. Так что уже радует. Сейчас еще пройдусь в обратную сторону, уже в сторону дома пойду. Что-то задубел маленько. Посмотрю еще. Побросаю. Хорошее местечко есть. Ну, одни зацепы. Итого уже, наверное, сегодня сколько? Ну, штук 7 мормышек, наверное, уже оставил. По корягам. Вот поэтому и делал себе эти мормышки-камикадзе. Ладно, пойду дальше посмотрю, что получится. Поставил желтую мормышечку. Сейчас вот здесь еще покидаю. Не ловил здесь еще. Ну, как обычно. Не оторвал. Нет, рыба совсем пассивная. Видно, только-только начинает оживать. Здесь кидану раз несколько. Так, ладно, пойду дальше. Не хочет тут больше никто клевать. Даже на постанать не клюет. Сейчас еще там пару местечек покидаю. Должен здесь кто-то стоять, но ни в какую. Попробуем еще в таком местечке. Здесь у нас какой рыб есть. Надо, наверное, помаленьку закругляться, что-то задубил уже. Ветер такой поганый. Сейчас все там на мутке покидаю. И хорош. О, кто-то клюет. Поклевка была. Это еще что за чудеса? Все, оторвал мормышку. Хватит на сегодня рыбачить. На этом, пожалуй, буду заканчивать вторую рыбалку сезона. В этом году прям счастье какое-то, но второй рыбалке открылся. Обычная рыбалка на 10-й. Ну, один окунек, правда, было парочку тучков непонятно. Здесь кто-то перебил. Видел там какие-то уклечки вроде как плавали. Ну, рыбка начинает помаленьку оживать. Уже что-то радует. Несмотря на то, что сегодня вроде погода такая поганая. Ветерок северный. Но кое-кого все-таки выцепил. Ну, а после зимы это очень даже хорошо.
Ну что, дальше, думаю, уже дело пойдет, уже поинтересней. Так что не забываем подписываться на канал, лайки, дизлайки, комментарии, все как обычно. Всем пока!